Мы должны научиться правильно употреблять ту психическую энергию, которую наш мозг вырабатывает. Знаете, вот у разных людей по-разному. Понимаете, есть люди, у которых такой спокойный, ровный нервный тонус. Эти люди, скорее всего, будут здоровы. У кого-то просто бдыщ-бдыщ-бдыщ-бдыщ-бдыщ, и нету даже депрессивных фаз. И представляете, вот этот человек, он нужно постоянно что-то воротить. Вот. И среди людей, которые там занимаются бизнесом, в творчестве иногда такие бывают, которые вот по 25 спектаклей ставят, понимаете, не могут остановиться. Я думаю, господи, боже, ты вообще уже любой бы умер бы 5 раз. А это как раз нужный объем для того, чтобы внешние обстоятельства забрали силы эти.